А ми продовжуємо, і я вже рада представити наших гостей. До нас сьогодні завітав лідер руху Workout Style Віталій Гуменний та учасники руху Workout Style Леонід Семенчук, Євгеній Булюк та Родіон Волков. Вітаю вас, друзі! Вітаю. Сьогодні ми говоримо в ефірі про здоровий спосіб життя, про заняття спортом. Що для вас здоровий спосіб життя? Ну, для нас це, наверное, вже образ житті. Ми займаємося кожен день, у нас зал, у нас площадка, яку ми недавно відкрили. То есть мы, в принципе, уже в этом находимся, для нас это нормально, это примерно так. Ребят, совсем недавно у вас прошло мероприятие, хотелось бы о нем поговорить более детально, подробно. Ну что, мы организовали батл на турниках, это, можно сказать, одно из самых масштабных мероприятий в мире воркаутов в Украине. То есть приехало 16 участников, которые были предварительно отобраны в интернете, состязались они между собой в батлах. Первое место занял с города Вознесенска Виталий Мельник. Второе место с Одессы парень Георгий Завадский. И третье место участник наш Родион Волков с Николаева. Родион, вот теперь вопрос к тебе. Как долго готовился и сколько ты приложил сил для того, чтобы этого добиться? Ну, как только изначально Виталик планировал проводить батл, я начал готовиться. Я соблюдал диету, тренировался, и я сбросил, по-моему, около 4 килограмм для того, чтобы выполнять элементы лучше и... Ну, вот так вот. А сколько вообще ты в воркауте по времени? Около 5-6 лет. И что для тебя состоят тренировки? То есть сколько ты занимаешься в день? В день я стараюсь заниматься так, как, ну, так, чтобы... Максимально. Да, по максимуму вообще. Как только мы приходим в зал или на площадку, он там занимается. Ребят, а у вас как проходят тренировки? Я занимаюсь немножко другим направлением. Я занимаюсь 7-й год паркуром. Паркур – это рациональное и эффективное перемещение с точки А в точку Б, выполняя всякие акробатические элементы. Вот. Также у нас в нашем клубе представлено это направление. Я главный тренер. У меня тренировки проходят тоже целыми днями. Когда есть свободное время, тогда я и тренируюсь. А кто может прийти на твои тренировки? С какого возраста? Потому что могут и маленькие дети захотеть. Ты так заинтересовал. Ну да, смотрите, у меня есть группа по детской гимнастике от 5 лет. Вот туда могут приходить дети. Мы там занимаемся общеразвивающими, общеукрепляющими упражнениями. То есть начальные элементы, кувырки, колеса и все в таком роде. А уже немножко постарше люди, они приходят на паркур, и мы там уже занимаемся непосредственно прыжками, перелетиками и всем таким. Это довольно-таки небезопасный вид спорта. Как ты к нему относишься со стороны тренера? Как ты обеспечиваешь безопасность для твоих учеников? Ну вот поэтому мы открыли зал, чтобы обезопасить всех начинающих, чтобы люди не травмировали себя на улице, а занимались более в хороших условиях на матах. У нас даже есть там поролоновая яма, в которой ты прыгаешь, ты ничего абсолютно не чувствуешь. Около там 20 матов, которые можно использовать в разных предназначениях. То есть делаешь сальто, и ты ничего себе не сломаешь, ну никак. Падаешь на спину, и тебя не будет. Интересно, даже заинтересовали. Как у тебя проходят тренировки, и как ты пришел к спорту? Я пришел к спорту благодаря этой команде, но скажем так, что я всегда хотел заниматься чем-то, просто в школьном возрасте у меня не было мотивации, у меня не было того окружения, которое я нашел здесь, в этой команде. Я 2 года назад увидел этих ребят, мне все понравилось, я познакомился с ними поближе и начал стремиться заниматься понемножку вместе с ними, подтянулся и вот уже с ними здесь сижу, поэтому за 2 года вот... есть определенные результаты. И мои тренировки – это то время, когда я не сплю. И какие результаты, каких результатов ты добился? Ну, я думаю, что каких бы не добился, надо еще лучше. Ну, один из самых главных наших результатов последний – это то, что команда путешествовала в Бахрейн, в Арабские Эмираты и на чемпионат мира. И заняли четвертое место, представляли Украину. Это достойно уважения. Вот. Был отбор заранее со всего мира, и 8 команд, да, было? Ну, изначально было 16 команд, был видеоотбор, выбрали 8 лучших команд, и, да, по крайней мере, мы боролись с 8 командами. Я понимаю, что подготовка вот действительно была серьезная и изнурительная. Вот как раз-таки 4 человека, вот мы и ездили туда, в Бахрейн. Как у вас впечатление уже? Вы приехали, остыли? Ну, мы в этом году еще один чемпионат в Бахрейне, то есть вот мы сейчас будем готовиться снова ехать и побеждать в любом случае, потому что цели глобальные, у нас команда в составе 10 человек,
мы путешествуем за границу, туры по Украине делаем, заезжаем в школы, то есть регулярно все. В ближайшее время какой-то тур планируете? Ну, у нас сейчас тур по школам, вот эта неделя, следующая неделя мы заезжаем, то есть договариваемся со школами, заезжаем, проводим мастер-классы. А пригласить вас могут ученики к себе? Да, то есть любой ученик может просто прийти к своему директору, договориться по времени, позвонить нам, договориться с нами и все организовать бесплатно. Я смотрю, что вы пришли не с пустыми руками, да. Вы принесли еще свою атрибутику, хотелось бы ее показать нашим телезрителям. Для начала это афиша, я так понимаю. Это небольшая история хронологии нашего движения, то есть сверху видно того, как на первых встречах, сборах собиралось огромное количество людей, потом создание нашей команды, и вот это как раз-таки фотографии в Бахрейне, вот когда мы представляли Украину, вот, там была настоящая битва, за которую мы боролись, вот. Смотрю, тут еще есть наклейки. Это, я так понимаю, ваш логотип? Да, это наш логотип. Интересно. То есть у нас движение Workout Style, это направлено больше на создание своего стиля, на танцы на турниках, на брусьях. То есть это не просто силовые упражнения, это еще и танцы. Это должно быть еще и красиво. Это шоу, красиво, это с улыбкой, стиль, да. С подачей себя. А еще кроме этого, вот команда, вот Dance Calisthenics Crew, у него на футболке нарисованная. Это команда, которая конкретно представляет шоу, у которой есть постановка, шоу. То есть вот сейчас это мы развиваем, стараемся, хоть из города Николаева, но на сегодняшний день это международное движение во всем мире. Нас знают, поддерживают. И к нам приезжал Джей Крис из Лондона, который также является как бы нашим представителем, и он поддерживает нас полностью. Ребята, Дэнни мы знаем, Монтана что у вас открывается рэпер. Еще центр. Да. Расскажите об этом подробнее. Скольких сил это стоило? Вы имеете в виду про клуб? Да. То есть, ну, это было позавчера, мы его уже открыли. Вот, приезжал к нам Дэнни Монтана, который также составил рэп-исполнитель, который составил трек, то есть, ну, музыку про наше движение, полностью про Workout Style. Мы снимали клип несколько дней. То есть, как это было, в течение 2 месяцев мы к этому готовились. То есть, это было очень нелегко, чтобы получить хороший результат, в котором, опять же, обеспечить безопасность у всех наших участников, чтобы там у нас красивая граффити, мотивационные фразы. То есть, ну, именно у нас клуб атмосферный, в который ты попадаешь, понимаешь, что там международное движение, там развитие, и ты становишься сильным. Ну что ж, спасибо вам, ребята, что вы пришли. Привет, ребята, спасибо большое за то, что сегодня пришли. Да, я так сумбурненько, быстренько влетел к вам. Подбегает к концу уже эфир. Спасибо за то, что вы сегодня пришли. Проанонсировали, рассказали. Инна, представь еще раз наших гостей. С удовольствием. Виталий Гуменний, лідер руху Workout Style. Леонид Семеншук, Евгений Булюк та Родіон Волков, учасники руху Workout Style. Спасибо большое вам еще раз. Ну что ж, будем ждать, что это не последняя, надеемся, встреча. Будем ждать еще в эфире.